Глава республики побывал на ворнарских предприятиях. На одном из заводов взяли ставку на полное техническое перевооружение. Скоро здесь появятся новые рабочие места. Уже в августе на молочном заводе заработают новые технологические линии. Здесь будут производить сметану, кефир и йогурты. На предприятии уже списали старое оборудование. В модернизацию было вложено более 200 миллионов рублей. Теперь у местных жителей готовы приобретать до 200 тонн молока в сутки. Это мощность нового завода. Уже летом здесь планируют создать 20 рабочих мест. Обновляют технику и в одной из ворнарских агрофирм. Недавно здесь приобрели 2 комбайна. В этом году аграрии вывели на поля и еще один современный агрегат. За один раз он обрабатывает почву и вносит в нее удобрения. Правда, сейчас в агрофирме обеспокоены состоянием посевов. Свои коррективы внесла аномальная жара. Возможно, что в следующем году эти поля засеют более неприхотливой культурой – кукурузой.